Всем доброе утро. Смотрите, как у нас на улице. Напишите, как у вас. У нас снег, снежок падает на землю. Напишите, какая у вас погода. Ну, у нас вот так вот. Снег, снежок, белая метелица. Напишите, как у вас. Или вам не верится. Аж песня запела. Всем добрый день. Здесь вы видите кадры, как дети. У нас появился первый снег, и дети начали кататься уже на горке. Нынче хотим попробовать кусочками линолеум положить на горку, чтобы лучше каталось. Ну вот сейчас пока они так катаются. Очень довольны первому снегу. Напишите, какая у вас обязательно погода. Это будет очень приятно послушать, посмотреть, почитать ваши комментарии. Ну, у нас вот так вот. Дети катаются там на ледянках. У нас есть вот один круг. Такой пластиковый специально для катания с горки. И вот они по очереди все катаются. Эти вам машут всем привет, говорят. Вот такие вот у нас ребятки. Ладно, всем хорошего дня и хорошего настроения.
Дорогие друзья, у нас время вечер. А мы с Машей что делаем? Орешек. Покажи в камеру. Орешек. Нет, готовый орешек. Вот такие вот орешки делаем с Машенькой. Я пеку, Маша наполняет сгущенкой. Орешница нормальная, но могу сказать, что они маленькие получаются. Ну, а так классно. Ну, пекем. Дети довольны, а это главное. Сейчас напекем целый тазик. Уже много напекли. Ой. И вот стряпом. Напишите, что вы стряпаете обязательно. Вам будет тоже очень интересно, да, Маша? Так. И я еще на печку поставила и старое, такой ручной формы. Мы печку топим, туда еще поставила. Металлическую. Сейчас покажу попозже, сейчас заполню вафельную. Так. Все, пусть жарится. Пойдемте, покажу, какую я там сделала. Вот такие вот, ребят, у нас орешки получаются. Ну, вот некоторые, конечно, плохо закрываются. Видите, они очень маленькие получаются. Вот моя рука и вот орешек. Так, я здесь суп варю. И вот такая вот у меня старая орешница есть. Я ее тоже на печку поставила. Будем обжаривать. Тут тоже пробовать жарить. Посмотрим, что получится. Она, конечно, очень старая. Очень ужасно просто старая. Но посмотрим, что получится. Девчонки, мы с Машей молодцы. Мы наделали целый тазик такой огромный. Просто тут, наверное, килограмма два, если не три, орешков. Считайте, у нас вот на это все ушло. Ну вот, я считала, три банки сгущенки, это 150, плюс две пачки масла, это, ну, пускай рублей 100 будет, да. И 6 яиц. И 2,5 стакана сахара. Я ложила сахар меньше, потому что, понимаете, прекрасно, что они со сгущенкой. Хотя по рецепту там на 2 стакана получается. Ну, вот такую вот наделали. Все, пошли мы кушать. Орешница просто бомба. Отработала идеально. Сейчас ее осталось только помыть и все. Пускай остывает, а мы пойдем кушать. Дорогие друзья, а я вот так вот выгляжу после готовки на кухне. Вся красная, как огонь. Волосы дыбом. Но довольные мы с Машей. Нажарили, наделали. Орешница супер, ребят. Брала ее недорого, 1200, около 1300 рублей, поэтому рекомендую. Мне понравилось. Сейчас вот остынет, помою ее, приберу и класс. Можно хоть каждый день готовить. Мы еще хотим сделать с повидлом, потом повидло купим, еще с повидлом орешки наделаем. Так что вот такие вот дела. Вот такая вкуснятина получилась. Суп, кстати, я тоже уже сварила. Вот такой вот вкусный суп. Дети попросили с макаронами, сварила с макаронами. Всем еще раз здравствуйте. Села вот дегустировать орешки, которые мы с Машенькой стряпали так усердно, такие вкусные, привкусные. Ну, орешки получились классные, хочу сказать. Но немножко тесто я сделала густоватое, поэтому получилось они такие, знаете, хрустящие. Если чуть пожиже сделать тесто, то будет, наверное, они не такие хрустящие. В целом, орешки классные. Орешница тоже очень быстро пекет. Меня спрашивали, сколько по времени одну партию. Он минуты две на одну партию делает. Я заранее заготовки теста наделала, шарики потом просто складывала. У нас на весь этот тазик ушло чуть больше часа. Поэтому рекомендую. Ну, там, видите, еще ребятки таскали, поэтому не все орешки мы вам все равно показали. Они, потому что все брали, кушали. Получилось очень много и очень вкусные орешки. Всем рекомендую, всем хорошего дня. Всем добрый день. У нас время к 10 утра подходит. Мы поехали со Светой в школу. Там нас учитель будет ждать. Так что вот такие вот дела. Ладно, едем. У нас сегодня снега выпало. Но вроде тепло. Ноги не должны замерзнуть. Ладно, поехали. Идем по городу. Мимо белого медведя. Тут у нас, как он называется? Каток. Да? Ты была хоть раз здесь? Да. Была? Я ни разу не была. Тут у нас белый медведь. Вокруг него аллею красивую сделали. Такой вот белый медведь. И здесь площадка. В основном, когда свадьба, тут все фоткаются.
Мы идем на автобус. Поедем домой.